хворост занимает какое-то особенное место среди десертов, и не пирожное, и не изысканная сладость, а все-таки каждый с удовольствием похрустит парочкой другой хворостинок. Расскажу свой любимый рецепт, как приготовить хрустящий хворост с водкой. Несмотря на всю простоту приготовления, хворост получается просто тающим во рту. Главное, правильно приготовить тесто, красиво завернуть и обжарить будущее угощение. Традиционно хворост посыпают сахарной пудрой, но есть и другие варианты. Сахар, корица, ванилин, какао-порошок или их комбинации. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Мука пшеничная, 200 грамм. Яичные желтки, 2 штуки. Молоко, 50 миллилитров. Сметана, 1 столовая ложка. Водка, 1 столовая ложка. Сахар, 1 столовая ложка. Соль, 1 щепотка. Растительное масло для обжарки, 400 миллилитров. Пудра сахарная для обсыпки, 2 столовые ложки. Количество порций, 10. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Жду вас снова.